благословение. Интересно, что здесь можно услышать, как люди говорят русские слова или украинские. Понимать друг друга достаточно сложно, но очень много общих слов, при том, что они пишутся на латинском языке. Природа очень красивая и немного похожа на западную Украину. Но, похоже, эта природа будет также встречаться и в Хорватии, и в других странах. Здесь уже чувствуется более славянский менталитет, какие-то широкие горизонты, в отличие от Италии, в которой ты немного чувствуешь себя как будто вверх приподнятой и очень зажатой в французской системе или швейцарской, где ты должен быть очень ответственным. Здесь тоже ответственность и развитие государства чувствуется, ты чувствуешь себя немного более системно, свободно. Но чувствуется, что в этих странах хочется приезжать лечиться. Очень вкусная вода. Если, например, во Франции хочется круассана, лично мне, или в Италии пиццы, то здесь хочется воды. Почему-то это самое вкусное. Вот, о чем хотелось сказать, самое важное уже забыла. Подумай.